Всем привет! Мы приехали в банкомат снять денежку. А здесь вот стоят такие автоматы. Чего они тут отправляют? Через них? Просто они чеки сдают, ну, все что угодно, да, что за аккаунт. Вот эта труба такая под напором воздуха. Под напором воздуха. Они туда что-то кладут, оно через эту трубу поступает в банк, вот сюда. А потом они возвращают это через другую трубу тоже. И, в общем, водитель забирает. Чтобы, не дай бог, не выйти из машины и не сходить в банк пешком. Все происходит вот так. Ну, наверное, не знаю. Жорик уже еще надо что-то дать. Ой, там собака по расцветке, как наша. Ася там в машине, смотри. Да? Да. Соседний. И все тоже без хвостика. Это не наши украли. Повторяются, наверное. Она маленькая. Ну да, это у них ты рожь, это мини. А мы едем, сейчас позавтракали в Прандиум всей семьей. И едем. А где этот келок? А последняя улица. В магазинчик фермерский, но там вроде бы продают все осеннее такое, донатсы, какие-то пироги, такое. В общем, мы решили поехать посмотреть. Мы там никогда ничего не покупали, хотя вот его очень хвалят. Этот новая магазин. Заправка, это дадите. А, да. Да, построили новую заправку на месте. А что тут было-то? Honda Rental или что-то. А, такое. Вот когда что-то сносят и новое строят, кажется, что ничего и не было никогда. Уже забываешь сразу, что на этом месте было. Да. Даже желтый уже вяз. Смотрите, какая у нас красивая осень. Еще тепло. Видите, старая ферма, возле нее старый дом стоит фермерский. Ферма уже разваливается, а дом еще поддерживают. Ну, вот эти вот цветы у нас шикарные. Дыхают, да. Здесь. Скоро это все покроется снегом. И будут, Жор, музыку убери, будут здесь снежные лыжные трассы. И Жорка будет сюда приходить кататься на лыжах. Да? А нам нужно пойти в вотерпарк и это в снегу. Покупаться, да, в бассейне горячем. Почему мы не ходим? Вот мы приехали в магазинчик. Холлин Бэксайдер Милл. Мы возьмем сейчас сидр яблочный. Если, конечно, очереди не будет столько машин. Ну нет, на очередь не похоже, что должна быть сильная очередь прямо. Вот, сейчас посмотрим. Weekends, weekday с 10 до 6, с 9 до 6. Да. Яблочки тоже здесь продаются. И сколько они тут стоят? Вон классные яблоки. Наверное, зеленые. Смотри, тут был бушеля 16, а там сколько? Сколько же? Да? Можно тут яблоки взять? Ну там еще бушеля. Ладно. Вот, вот это. Да. Они твердые и кислые, да? Есть. Макинтош он кислый. А макинтош хорошо выглядит, свеженько. Они крис. $3 за пару, да. Да. Так делается сидр. Процесс изготовления. Видишь? А. Что это? Да. А.
чистят. А он еще их проверяет, как они очищены. Вот так делается абсолютно свежий сидр. Сейчас мимо будет сыпаться уже. Мимо уже сейчас будет. Слишком много. И так много мимо просыпается. О, выбросил яблоки в это белое. А где? Ну а почему они не показывают этого? Они, наверное, наберут вот эту белую штуку и пойдут его давить. Ну, то ли видите, с какого очередь задуматься. Донатсы хотите? Видите, здесь все делается прямо у нас на глазах. Вот тут жарится донатс. Прямо у нас на глазах. Потом оп, переворачивается. Свеженький. Оп, высыпается. А вон разливают сайдер, прямо здесь его наливают. По галлонам. Целый галлон или half возьмем? Целый? Целый, чтобы... Ну давайте целый, потому что в первый раз обычно быстро выпивается. А вон смотрите, слаще. Смотрите, apple cider slush. Тебе хочется попробовать? Можно попробовать. А здесь пироги. Пироги. Еще и пай хотите? Дома есть мороженое, можно с мороженым. Деня, они еще хотят слаши, apple cider и пай. Не хотите? А пай хотите? Еще мороженое дома есть. А у меня это сделано не есть, но это уже не такое. У Дени, кстати, глаз подбитый. Да, обязательно. А как это случилось? Жень, знаешь, это домашнее насилие. А, вот это вот так. Pumpkin Dutch Apple 15.50. Apple 15.50. Pumpkin 15. Ну, давай Apple тогда, да? Да, да, не Pumpkin. Это не надо. Apple или Dutch Apple? Просто Apple. Apple просто, да? А чего вы нет? Вы же очень. Берем? Ну ладно. А тут еще и столики стоят, можно посидеть, покушать, попить сайдера. Симпатичное такое местечко. Слушайте, мы тут живем 15 лет, первый раз зашли. Мы когда-то мимо проходили, уже было поздно, все было как бы закрыто, ничего не происходило. А сейчас тут симпатично. Набрались все яблочное, всего яблочное. Сколько на парковке джипов видно, тут рендеров. Ага, это стали обращать внимание. Мне понравился джип, вот этот квадратный именно. Но это не такой, это слишком маленький. Слишком
такой спартанский. Вот, вот такой вот мне нравится. Такой, такой. Джип. А ты не наш? А, нет, это похоже на наш рапорт. Все, поехали домой. Ну надо один, выбери. Ну давай, не все одинаковые. Думаю, нет, все... так нет, выбросил. Это куда помятый взял, нет? Вот этот красивый, вот. Ну вот этот вот. Я этим летом ела арбузы, ела и не устала от них совсем. Бананы. Бананы подорожали на 8 центов. Давайте возьмем, Лиз, возьми пакетик, набери чуть-чуть. Ну вон я вижу, вон. Они могут быть сладкие. Я вообще очень люблю твердые персики. Вот нектарины. Я не люблю мягкие. А еще мне этот персики. Да? А мне можешь взять? Отдельно еще возьми, конечно. Жор, иди еще один пакет принеси. Ну все, это нам. Или давай просто побольше возьмем, ты себе отложишь. Хватит или еще парочку давай? Ты мягкие любишь? Они все равно смягчатся потом. Если они вдруг будут твердые. Все, да? А зеленые штуки нету? Не. Малинку я люблю. Я люблю малинку. Где поприличнее. Не мятая. День. Вот, тыквы уже вовсю продаются. Страшненькие, такие страшные тыквы, да? Как эти, как нос у ведьмы эти прыщавые. Смешной выглядит. А, вот это смешная, да. Вот это тоже прикольная. Вот это красиво. А эти, вот эти красивые обычные. Можно делать самим. Свечи. Cinnamon. Можно и делать bath bomb, body scrub, face mask. Можно body scrub делать. Face mask. Мыло можно самим. Interesting. Сделать? Soap. Тут... Баночка. А на сколько тут свечей получается? Да. Ну иди, иди, Жорик, эти пластинки ему покажи. I need decorative candles. А, две, да? Две, потому что две баночки. А потому что декоратив, ну же видишь, тут всякие эти можно закинуть. Да, можно их light? Ну, конечно. Окей. Тут cinnamon, vanilla... Это ванила глоу. Cinnamon да, bar. Это, видишь, это ванила глоу, это ванила спайс. Тут cinnamon, а тут нету cinnamon. Тут cinnamon, нет, тут frankincense, ванила и rose. Тут лучше, это релакс, да. Ты хочешь, да, взять? Давай. Мы можем вместе сегодня взять. Ну да. Видите, у нас тут самообслуживание. Нас уже обслуживать не хотят. Сами себя обслуживаем. Ты такое не брал, не пользовался? Пинк. Средство. Для чистки, мытья. Сегодня будет шашлык у нас.
что, за мной там картина жующего Деню и запивающего сайдром, сидором. У меня тоже стаканчик яблочного сидра и донат, который мы сегодня купили только что. Сейчас буду пробовать. Деня сказал, ничего особенного. Свежая. Да. А суп пеносайдер вообще. Яблоко. Просто яблоко жидкое. Пол головы уже нет. Вкусно. Ага. Он там плачет и рыдает. Так, с проверкой. Ох, пусть хорошо поджарится. Я люблю мангал, это вообще. Да. Ой, этот запах шашлычный. Сколько выход, это больше, это фишенси больше. Нам только медведя тут не хватает. Да. Собака бедная. Ох, какая вкуснятина. Я прямо не могу, такой запах. Пойду нарву лучка и петрушки, чтоб на картошку посыпать. Вот наша грядка уже. Укроп уже давно все. Осталась петрушка и лук. Парочку. Много не нужно. У нас здесь очень вкусный обед. Картошечка с зеленью. Квашеная капуста. Самый главный ингредиент – это мясо. Вот. Ради этого все и затеялось. Так что сейчас будем есть шашлык. Пробовать здесь.